На сцене Марина Девятова, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Ты скажи мне, братец Вовик, что стоишь такой довольный? Встретил гарную девчину. Как зовут ее? Марина. Ты же меня познакомишь, ты же меня подведешь. Ты же меня молодого презентуешь ей. А тоже. Добрый вечер вам, ребята, подавайте. Чего ж пригожа? Мы не чистой красоты. Ну и вы, красавцы, тоже. Я, ну и немножко ты. О! Расскажи нам для начала, как ты Новый год встречала. Удивитесь, хлопцы, если вам скажу, что пела песни. Пела в народном стиле, каждый мне подпевал. Пела я для России. Знаем мы такой канал. Дело. Я бы с вами спеть хотела. Не рискуй. Но мы у всех вызываем только смех. Ой, хлопцы, не журите, знаю наверняка. Вы серьезные артисты, уж поверьте. Вот и она смеется. Посмотри, а ее может быть, не дар рвется. Артистический наш ход. Наблюдаю не впервые ваши игры крылевые. Раз тебе дуэт наш дорог, поцелуй нас. Раз по 40. Может быть, поцелуй.